Пьеса из сказки «Кот в сапогах» называется «Мышка и кот». Там, где людоед превращается сначала во льва, а из льва превращается в мышку. И как раз это процесс превращения в начале пьесы. А дальше кот его съедает. Мышка побежала. Это кот. Подбирается ближе. Ожидает удобный момент. Тут мышка опять побежала. И кот настигает.